Лучшие натуральные средства от скарлатины. Полное и наиболее полное руководство по лечению и борьбе со всеми типами скарлатины с помощью домашних средств. Простые домашние средства, которые полностью излечивают скарлатину в течение нескольких дней. Узнайте, что вы должны знать, когда дети страдают от скарлатины. Узнайте, как предотвратить распространение скарлатины. Узнайте, когда необходима срочная медицинская помощь. Знать обо всех осложнениях, возникающих при скарлатине. Как правильно ухаживать за ребенком, пострадавшим от скарлатины. Знайте о серьезных рисках скарлатины во время беременности. Знайте о успокаивающем естественном лечении для облегчения сыпи при скарлатине. Избавьтесь от шрамов и высыпаний, появляющихся из-за скарлатины с очень мощными домашними средствами. Лучшая часть книги – раздел «Естественные средства». Правильное и постоянное использование естественных средств, описанных в электронной книге, будет иметь большое значение в лечении и предотвращении повторного появления скарлет-лихорадки и полного ИС. Большинство из предложенных природных средств легко доступны и недороги, и многие из них можно найти на вашей кухне. Прочитав книгу, вы получите полное представление о скарлатине. Вылечите скарлатину, естественно, пусть ваш ребенок избегает ненужного приема антибиотиков. Посетите http://skarlatina.kirinol.info, чтобы получить электронную книгу по лечению скарлатины Naturally с помощью домашних средств. Нажмите на ссылку http://skarlatina.kirinol.info в описании под этим видео, чтобы получить электронную книгу.